В конце сентября в приграничном финском городке Иматра можно было наблюдать вот такую картину. Художники из Петербурга и Литвы встретились, чтобы совместно отправиться в небольшую деревушку Райнлома на первый международный форум Омина Арт, организованный арт-холдингом Рахманинов. Омина по-фински значит «яблоко». Организаторы форума действительно попали в яблочко. Великолепная природа и сказочная атмосфера этого места пробудили безудержную фантазию художников. Тема форума «Сон в деревне» получила самые разные неожиданные воплощения. Ничто так не объединяет людей, как совместная работа. Российские и литовские художники совместно посадили на финской земле молодые яблоньки, ставшие символом творческого единения и дружбы. И не беда, что на них этой осенью еще нет сочных яблок, пока их заменили расписанные художниками палитры, своими формами напоминающие желанные яблочки. Mangus gana ką daryti, aš turiu, kad mane mylėtum vieną tu. Galinčiau go tau užrišti ir busi tu mano vergu. O ryčka, ryčka, tu beprotiškai gražus. O ryčka, ryčka, tu ofigenai patrauklus. O ryčka, ryčka, mano kūnas trokšta to, ką moki duoti. Ką moki duoti juk visom, la la la. Фантастички плаукей, лупас сальдес кейп ледай. Салдейню касис ира, паукшу пьянас траляля. Бе йо гивенти негалю, вис галвою ир тикю, кад бусиме висада карту, кейп тие баланджи тарп дебесу. Ба токс гивенимас ира, пасвайоти галима. Жинау, манес ту непамирс, ту тик искаудинси ир нувилси. Ва токе история, куре атсиминсю висада. Štai kas ta meilė yra, viskas ima ir subyra. Wow! O ryčka, ryčka, tu beprotiškai gražus.